Обратите внимание, что мы развивались последовательно по разным направлениям. Сначала у нас была техника, исключительно звукоизвлечение, потом у нас была работа с мелодией, потом у нас был ритм. И в этом всем также было присутствие и техники, и одновременной мелодии. Теперь мы все это вместе совмещаем и делаем на базе этого какую-то мелодию. Смотрите следующим образом. У кого что уже получается, можно все это вместе сочетать. Вся вот эта вот импровизация строится на том, что я показал. Я играю ритм. Вместо щелчков я добавляю ноты. Гамму нисходящую. Аккорды. И прочие сочетания. Обязательно это используйте. Теперь вы можете начинать что-то импровизировать. Не забывайте также о паузах. Здесь я играл в основном полностью ровным ритмом, но можно играть следующим образом. То есть это то же самое, немножечко звучит более так осмысленно, более похоже на музыку, именно потому что здесь добавились паузы. Все прошлые упражнения плюс паузы. Если у вас не получается выдержать ровные паузы, желательно включить метроном.